Сейчас мы будем свидетелями выдающегося события, которое произошло на строительстве братской ГЭС. Колонны автомашин, груженных многотонными каменными глыбами, двинулись на штурм Ангары. Началось фронтальное перекрытие русла этой могучей сибирской реки. Долго не сдавалась Ангара. Всю ночь продолжался этот невиданный поединок с рекой. В русло Ангары было сброшено 15 тысяч кубометров камня. Подвигом гидростроителей восхищаются все советские люди. Перекрытие Ангары было завершено в рекордно короткий срок, за 19 часов. Закончен еще один этап в строительстве крупнейшей в мире братской гидроэлектростанции –